В вестибюле кинотеатра в этот день царила любовь и нежность. И это сразу ощущалось. Мамочка, дорогая, с праздником! Я ее очень люблю. Я поздравляю всех мам с Днем Матери. Желаю здоровья, чтобы у вас было много денег, чтобы вы были всегда все красивые. И чтобы все дети уважали мам. Я тебя очень люблю. Так я тебя очень, прям сильно уважаю. Хочу, чтобы ты была очень-преочень красивая. Здорово, что именно существует такой праздник, который отдельно. У нас есть женский день, у нас там есть международные какие-то еще дни, посвященные там, о материнстве и детстве мы говорим. Но то, что есть праздник, посвященный именно маме, для меня это очень такой трогательный момент. Тем более, я говорю, так сложилось, что он каждый год совпадает с днем рождения собственной мамы. Праздник День Матери относительно молодой в нашей стране. Но с каждым годом он становится все теплее. И больше становится многодетных матерей. Наш район не исключение. На празднике многим были вручены подарки и благодарственные письма главы района. У Ольги Гавриловой дети уже выросли, но она свою любовь отдает воспитанникам Центра развития детей в поселке Дроздово Развилковского сельского поселения. Около 60 человек сейчас занимается в нашем центре. Вот. От маленьких-маленьких деток до уже сложившихся личностей, которым 15-16 лет. Пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех мам с большим праздником, который не так давно стал традицией в нашей стране. И я думаю, что именно потому, что этот праздник так нужен, поэтому он стал так горячо любим. Рождение ребенка – это всегда радость семье, а для мамы – огромное счастье. В семьи, которым в этот день вручали свидетельство о рождении, это счастье пришло. Это первый ребенок, долгожданный ребенок и у папы, и у мамы, и у всех наших близких родителей, бабушек и дедушек. Это чудо, это прекрасно. Спасибо. Детские творческие коллективы района в этот день от всей души радовали красочными выступлениями всех пришедших на праздник. Но посвящали свои номера, конечно, мамам. Мамочка, поздравляй! Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.